Чтобы сравнить традиционную одноуровневую систему для монтажа гипсокартона с системой Armstrong DGS, мы пригласили две одинаково опытные бригады. Первая собирает каркас из традиционной системы. Сетка с размером ячейки 600 на 500 мм из S-образных профилей. В качестве пристенного молдинга используется стартовый P-образный профиль. В местах пересечения направляющих применяют специальный соединитель – краб, который фиксируется саморезами. Вторая бригада собирает сетку аналогичных размеров из системы Armstrong DGS. Пристенный молдинг имеет P-образную форму и обеспечивает скользящее соединение. Пересечение направляющих фиксируется простым защелкиванием в слоты, аналогично сборке подвесной системы Armstrong для акустических подвесных потолков. Продольные несущие направляющие в традиционной системе соединяются специальной закладной деталью и фиксируются двумя саморезами. В системе DGS защелкиваются в одно движение предустановленными на заводе замками. В традиционной системе необходимо вручную нарезать поперечные направляющие из 3-метровых заготовок. В системе DGS поперечины длиной 600 и 1200 мм поставляются готовыми к монтажу. Первой бригаде приходится вручную выравнивать шаг направляющих, вторая бригада использует слоты, с высокой точностью пробитые в направляющих на заводе, что исключает возможность ошибки или неточности. Каждое пересечение в традиционной системе необходимо закрепить 8 саморезами, в то время как в системе DGS монтаж происходит одним щелчком замка. Оценим результат. Вторая бригада, применившая Armstrong DGS, справилась с работой в 3 раза быстрее первой, использовавшей традиционный профиль. Armstrong DGS помогает выполнить вашу работу быстрее, проще и лучше.